Ассаламу алейкум, всем привет, на этот раз мы распаковываем много мелочных посылок, здесь на столе 9 посылок, эти все посылки пришли мелкими пакетами, а как мы знаем, когда посылки идут ко мне мелкими пакетами, то у них бывает очень долгая доставка, здесь минимальная доставка 50 дней, а самая долгая доставка больше 100 дней. Есть все посылки, почти можно сказать, все мои, кроме двух, это две посылки чужие, я их решил распаковать, не спросив у них разрешения. Ну что, погнали распаковывать. Убираем. Так-с. Начнем, наверное, с вот этой посылки. Здесь товар стоил 303 рубля. Шла посылка очень долго, 97 дней. Я открыл спор по истечении времени и спор выиграл. Так что халявная посылка, можно сказать. Посылка пустая. Тут у нас вот такой мешочек. А в мешочке... вот такой зип-пакет. Зип-пакете. Вот такая конструкция. Не знаю почему. Но вроде бы она так разбирается по не своей воле. Короче, это типа антистресс, типа спиннера. Вот так крутим. Вот такая штука. Вроде бы эта штука не крутится. Здесь внутри кольцо. Это кольцо вроде бы магнитное. Все металл вроде бы, да? Все металл. Сейчас я поправлю. Все металл, вот смотрите, сейчас вот так, смотрите, вот так крутим, да, и успокаиваем нервы. Вот такая штука, типа спиннера, вот такой антистресс. Хотя 1000 рублей, это можно сказать, это дорого, но я решил посмотреть, что за штуковина. Мне было очень интересно, я купил вот такой антистресс. Убираем. Вот этот товар. Здесь товар стоил 211 рублей, но я со скидками взял со 190, чуть меньше 20 рублей. Тоже открыл спор, победил. 126 дней шла посылка. Это самая, можно сказать, долгая доставка у меня здесь. Посылка пустая. Тут у нас кабель микро-USB, USB. И в пакете вот такой фонарик. Это вроде бы металл. Металл по ощущениям. Внизу разъем микро-USB и вот такая кнопка, да. И здесь вот такая веревка на руку, вроде бы не поместится, да. Вот она маленькая. Сейчас нажмем на кнопку и вот фонарик наш. То есть три режима. Первый светлый, чуть потусклее и сос моргающего такой свет. Вот внутри вот такой диод. Крутится или нет, не знаю. Вот смотрите. Вот такая у него фокусировка. Вот. Сейчас я быстро свет выключу, весь свет, и посмотрим. Смотрите, можно сказать, ничего не видно. Вот, еле видны мои руки и фонарик. Смотрите, включаем. И все видно, можно сказать. Все видно. Можно почитать с посылкой, что там написано. И смотрите, вот такой держатель, который был ранен на распаковке. Все видно, все отлично. Вот такой тусклый и моргающий. Смотрите, еще вот фокус. Вот такая маленькая точка можно сделать. И побольше. Вот так. То есть фонарик хороший. Хотя он мелкий, только маленький, компактный, но он очень хороший. Так что фонарик интересный, компактный, металлический. Все отлично, все сделано, можно сказать, качественно. USB тоже не кривой, все отлично. Мне такой фонарик понравился. Отличный фонарик. Убираем. Берем следующую посылку. Здесь товар стоил 169 рублей, отдал за него со скидками 149, тоже минус 20 рублей.
Здесь вроде бы две штуки должно быть. А здесь посылка шла, можно сказать, быстро, 50 дней. Здесь вот такая штука, фирма Vention. Здесь написано все характеристики, куда можно эту штуку вставлять. Это такой переходник, такой поворотливый переходник с HDMI на HDMI, то есть как там называется, разный вход и выход. Вот, вот такой угловой, можно сказать, HDMI переходник, куда-то можно поставить и, например, на, чтобы этот кабель какой-то, не знаю, еще какой-то у вас. Ну, короче, вставляете какой-то предмет, например, какой-то кабель, чтобы оно не видно было за телевизором. Вот это дело выглядит вот так. Смотрите, вот так я применил этот переходник. Если ваш телевизор, например, на стене, близко к стене висит, то этот переходник вас выручит. Так вы с таким HDMI входом не сможете применить кабель, а вот так с переходником сможете. Вот такой переходник HDMI на HDMI. Убираем. Так, берем вот эту посылку. Здесь я не знаю что, никак не нашел. Вроде бы здесь написано какой-то кабель. Я не нашел. Трек, ничего. Подобный товар. Все. Здесь у нас вот такая штука от Basios. Очередной товар от Basios. Как видите, все качественно. Вот такая коробка. Оказывается, этот товар у меня был здесь. Коробка пустая, тут у нас вот такая подложка, в нем такая штука, адаптер. Это, если не ошибаюсь, вроде бы Bluetooth адаптер. Отдельно я заказал еще один, у меня был. Но сейчас я не знаю, тут где еще я купил от Basios отдельно. Вот такие бумажки и вот такие наклейки от Basios. Потом, может, если получится, вам покажу, как это работает. Кстати, доставка и цена здесь будет, но вроде бы это не так уж давно было заказано. Максимум, может, и будет 50 дней, но не больше. Вот такой адаптер от Basios. Bluetooth адаптер. Убираем. Так, берем вот этот товар. Здесь товар стоил 309 рублей, 98 дней шла посылка. Только поставят тут у нас вот такие очки, зип-пакеты. Убираем зип-пакет. Вот такие очки. Но не видите, у них тушки вот такие гибкие. Вот такие очки. Вот так выправляем. Вроде бы. Вот так выправляем. Вот у нас, можно сказать, полноценные очки. Обычные темные очки, да, вроде бы, да. Ничего особенного, просто я купил из-за того, что он такие, они, можно сказать, как сказать, можно сказать, вот такие переносные очки, но можно носить на руке, например, вот такие очки. Так, как это там было, я уже забыл. Они как-то вот так сгибаются, где-то так должны сгибаться. Или вот так, я уже забыл. Ну, я потом вам покажу, что это как. Так как-то на вот на руку должны вот так. Я уже забыл, что-то как. Потом посмотрю и вам покажу, как она на мне выглядит и как там их носить на руке. Итак, смотрите, вот очки, вот так они выглядят, вот очки. Надеваем их, вот, вот они на мне вот так выглядят. Смотрите, вот так. Вот сбоку вот такие очки на мою большую голову, можно сказать, подходит идеально. Если потрясти головой, не падают, немножко двигаются, но не падают. Смотрите, вот такие классные очки, думаю, мне подходит. Если что, пишите в комментариях, да или нет. Например, когда мы идем по улице и с этими очками, вот пользуемся очками, ну хотим эти очки куда-то убрать, не знаю, или снять. Что мы делаем? Обычно мы делаем вот так.
вот на голову делаем вот так, обычными очками, или вот сюда на кофту, или на затылок. А здесь мы делаем вот так, берем очки, вот так, берем очки, аккуратно их ломаем, вот так, смотрите, вот так, все дело происходит, выглядит, берем вот так, на руку, и смотрите, все, вот так они на моей руке выглядят. То есть рука моя не такая уж узкая, смотрите, подходит идеально. Вот. Вот так, все, вроде бы нигде они не торчат у вас, их не видно, все отлично. Они, можно сказать, никуда не денутся, вот на вашей руке будут вот. И потом мы хотим их надевать. Что мы делаем? Берем эти очки, выпрямляем эти дужки. И обратно вот так аккуратно выпрямляем. Вот и все. Несколько секунд дел, и все. Вот очки. И надеваем их обратно. Вот такие очки. Думаю, очки классные. Мне понравились. Удобные. Вот такие очки. Убираем. Так. Берем вот этот товар. Здесь товар стоил 149 рублей. Шла посылка 67 дней. Так, посылка пустая, пакет пустой. Есть еще пупырчатый пакет и еще один пакет. А здесь у нас вот такая штука. Это вроде бы обычный пластик, не силикон, а пластик. Вот такая штука, это типа подставка. Это положить сюда какие-то ложки, вилки или какие-то лопатки. Ну, короче, кухонная вот такая подставка. Вот так ложим сюда, чтобы, ну, чистые эти ложки вот так ложим. Вот такая штука. Домашние заказали. Хотели на праздники, на Урзабайрам, но не получилось. Чуть-чуть запоздала посылка. Вот, вот такой товар. Вроде бы пластик такой хороший, нормальный. Здесь ножки не резиновые. Такие ножки есть, которые скользят. Ничего, вроде бы, думаю, подойдет. Можно повесить. Вот такая подставка. Вроде бы качество, не сломано, ничего, пришла посылка, можно сказать, целой. Убираем. Так, берем мою последнюю посылку. Здесь товар стоил 282 рубля с доставкой, то есть там было 180 рублей, еще доставка. В общем, вот так вышло. 126 дней тоже шла посылка, очень долго. Время вышло, не успел открыть спор. Хорошо, что посылка пришла. Посылка пустая. Тут у нас вот такой пакет. А в пакете вот такой чехол на сиденье велосипеда. У меня такой чехол уже был на распаковке, но это та посылка была не моя, а посылка мастера Турпола, который бывает со мной на распаковке. Мой брат, он покупал себе и дал мне на распаковку. Тогда мне этот чехол понравился, я себе тоже купил. Я там сказал, что я куплю. Я решил купить. Турпол тоже был очень доволен, что сказал, что удобнее, чем тот чехол, который мы покупали ранее. Чехлы. Вот, посмотрим, если что, может, все получится, я покажу вам на велосипеде. Вот такой отличный чехол на сиденье велосипеда. Итак, вот старое сиденье у меня было вот таким, смотрите, вот таким. Вот такой у меня был чехол. А сейчас, смотрите, вот такие. Нет у вас ни раздвоенной личности. А это два схожих, похожих велика. Два Storm Drive оранжевых. И сейчас берем чужие товары. Сейчас возьмем вот эту посылку. Это посылка мастера Турбола. Он был у меня, но ушел. Забыл, я забыл ему отдать, короче. Он сказал мне примерно, что тут. Распакуем, посмотрим. Ух, так трудно было открыть. Надо было открывать поаккуратнее, поэтому. Здесь пупырчатые пакеты. Две штуки.
упаковали, можно сказать, хорошо. Тут у нас вот такая штука. Он сказал, что это термопленка, что ли, на принтер, да? Вот такая термопленка на принтер. Просто я решил показать, может, кому-то будет полезна эта штука. Я дальше открывать не буду. Наверное, это пленка внутри. Это просто такая толстый рулон такой для защиты. Значит, там внутри вроде бы, да? Может открыть. Короче, я не буду открывать, может, я, может, поврежу товар, не знаю. Так, тропал нужно этот товар для ремонта принтера. Вот такая штука. Цена и доставка здесь можете спутать. Ну, цена здесь будет, наверное. И берем последнюю посылку, чужую посылку. Это посылка брата Турпала. Зовут Иса. Иса, извини, но я открою, посмотрим. Посылка простая. Здесь у нас вот такой кейсик. А в кейсе... кейсе вот такие сверла, да, как называют. Вот такие сверла ступенчатые, да. Я точно не знаю эти сверла, для чего, я уже забыл, но вроде бы Иса говорил. Такие сверла, вот такие, смотрите, они здесь вот сюда закрепляются, смотрите, вот так закрепляются, может, наверное, при транспортировке они вывалились отсюда, хотя там они держатся очень хорошо. Вот, вот такие сверла, там вот такие маркировки. Решетка 1, решетка 2 и такие номера 41, 43, 43, 41, 43, 41, да, все. Да, 43, 41, но под решеткой разные номера 1, 2, 3, 4, вот так. Здесь 6 сверл, вот такие сверла, если что, цена, из-за чего эти сверла, здесь, наверное, напишу, вот такие сверла. Вот и закончилась очередная наша распаковка. Как видели, были мелкие пакеты, которые шли очень долго. Некоторые чуть-чуть шли быстро, можно сказать, но максимальная доставка была 126 дней у этих товаров. Товары, хотя были мелкие, хотя и некоторые я даже спор выиграл, некоторые даже не успевал спор, но вроде все пришли, что очень хорошо. Кому понравилось, ставим лайки на канал. Всем пока.